Совсем скоро на телеканале «Домашний» состоится премьера сериала «Начать сначала». По сюжету жизнь Натальи сложилась удачно. Она замужем за Ильей и работает ведущим архитектором компании Кирилла Сабурова. Вскоре выясняется, что муж ей изменяет, и Наталья подает на развод, чтобы развеяться. Она едет по приглашению своей тети в родной город. Именно здесь юная Наташа была влюблена в одноклассника Алексея и счастлива, а потом предана и брошена. И вот спустя 18 лет она оказывается в городе юность, где все напоминает о первой любви. Несмотря на время и препятствия, их любовь жива, и возвращение на малую родину приносит новую боль, новые встречи и знакомства с маленьким Матвеем, сыном Алексея. Кто расскажет Наталье, что виновник трагедии, которая повлияла на всю ее жизнь, не бывший возлюбленный, а совсем другой человек? Главные роли в картине исполнили Евгения Вайс, Виктор Михайлов, Родион Галюченко, Алла Малкова, Анастасия Пьянова и другие. Премьера сериала «Начать сначала» состоится уже 13 марта. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.